ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଳିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଦାମ ଶ୍ରୀରାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ହାରିଯିବ ସିଏ ଘୋଡ଼ା ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ତା ଉପରେ ବସେଇକି ନବ। ଭଗବାନ ବହୁତ ଚତୁର, ସେ ସବୁଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ପିଠି ଉପରେ ବସିକିରି ଘୋଡ଼ା କରନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ହାରିଗଲେ, ଆଜି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ଆସିକିରି ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଦୁର୍ବାସା ଜୀ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଦୁର୍ବାସଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲେ। ତାହେଲେ ବାବା ବତାଓ, ମୁଁ ହାର ଗଏ ନା ଜିତିଲେ? ମତେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନକଲେ ଯେମିତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦା 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 ବାବା ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ତମେ ବୁଝିପାର ନ ବୁଝିପାର, ଭଗବାନ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। କାରଣ ଅଧ୍ୟାପ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା କରେ କୃଷ୍ଣ ରାୟ, କେହି କେହି ଭାଗ୍ୟବାର ଦେଖିବାର ପାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅମୃତ ଚଷିବା ପାଇଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଅମୃତକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯମୁନା ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାସନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବାଳକୁ ଧରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହ କୃଷ୍ଣ ହାରିଗଲା ନା ଜିତିଗଲା? ନା, କୃଷ୍ଣ କେବେ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତୁତି ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ହେଇକି ବସିକିରି ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ଏତେ ଜଂସ କଳା ମୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ସୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକେ ବୃଡ଼ୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରି ଦୁର୍ବାସ ଏଉଠୁ ଗଲେ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ମା ଯଶୋଦା ତ ପିଠାପିଠା କରିକି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠିକି ଆସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏଠି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ କୋଳରେ ବସିକି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛୁ। ହରିବୋଲ ବୋଳ Мы просим Кришну быть милостивым к нам, чтобы мы избавились от иллюзии. Харе Кришна, हम लोग अभी जहां पर आए हैं, ये रमन रहती है। क्या स्थान है? Так, мы пришли в Рамана Рейти. Гакули Кришна было 2-3 годика. 2 года 3 месяца. Он играл со своими друзьями. Рамана Рейти означает земля, где играют. Во Вриндаване в Рамана Рейти происходило множество игр Кришны. मतलब ब्रज में आकर के दो काम करना पड़ेगा। एक में तो ये रमन रति लेट बटन रोल इन दिस रमन रति एंड सेकंड यू हैव टू टेक बाथ इन यमुना। Кришна сказал, что вы совершили две вещи.
кататься в Полираме на рейсе и принять омовение в Ямуне. Итак, нужно совершить омовение в Ямуне, сделать там ачиман, а также покататься в Полираме на рейсе. Брахма, Шанкара, Удава, Нарда, все желают получить путь с этого места. Кришна Кришна сам ходит по Врадараджу. Кришна сам покрывает Рапулью. Мадху Мангал в доме рети на дом бана рахе те. Кисне бола, ее мере дайгуру, кой боле, ее кичигуру, кой боле, батру. И строение также делают из земли. Кришна не соча, мере сакха логи, кине сам дом бана рахе. И также делают разные комнаты, используя писал. Кришна же пьяр ме рахе, кисне бола, рети на дом бана рахе, вот дас жата. И когда они играли, они также старались сделать маленькие домики из земли, но у Кришны никак не получалось. Как это возможно, ведь он Верховный Брахман. Кроме того, земля Враджа очень благоприятна, и именно Пулью Враджа мы ставим в свои тираки. Однажды Нарада решил узнать, кто же самый возвышенный преданный. Кришна сказал, со временем я объясню тебе это. Однажды Кришна явил Игру головной боли. Нарада спросил, как же помочь тебе? Кришна ответил, мне нужно пыль со стоп моих преданных. Я помещу ее на свою голову, и боль уйдет. Кришна спросил Нараду, ты великий преданный, пожалуйста, дай мне пыль со своих лотосных стоп. И также там были царицы и Удава. Кришна сказал, можешь взять там же пыль с стоп. Но никто не согласился, включая Нараду, потому что они не хотели отправиться в ад. Когда Нарда пришел к Кришне и сказал, я не смог найти здесь пыль. И он не посетил только одно место, Вриндаван. Нарда думал, что там живут очень необразованные люди. Кришна сказал, тем не менее, иди в Гокулу, я буду взять пыль со стоп моих преданных там. Нарада пришел сюда. Люди спросили, что с Кришной? Нарада сказал, у него болит голова, как же помочь Кришне? Ему нужно пыль со стоп преданных. И в Варвасе очень много пыли мы собирали. Нарада спросил, вы разве не знаете, что Кришна Господь? И если Он поместит пыль с ваших стоп на свою голову, то вы отправитесь в ад. Как и ответили, мы собирали служение Кришне, чтобы помочь Ему облегчить Его головную боль, мы готовы отправиться в ад. और वहाँ पर भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया तो फिर भगवान का सर दर्द और दर्द हुआ. Из этого места Нарада взял пыль со стоп преданных Кришны, принес ее Кришне, и Кришна прыл от Кешапу в этой пыли. И сейчас эта пыль находится в Варике, и ею мы ставим тилки. ये ब्रज रज की इतने महत्व है आप लोग सुने होंगे जो उतना आ गई
वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं जब उतना गैया की खुर का जो धूल को लेकर कृष्ण को तिलक रूप में लगा रही थी, ललाट केशवाय नमो उदर नारायण बक्के माधव गोविंद है, तिलक को मंत्र को पढ़ पढ़ करके तिलक लगाए कर कबज है, जब तक कबज रहेगा उसको कोई नहीं मार सकते। रज में इतने शक्ति है, अगर ये तिलक कोई लगाएगा ना बस शरीर का सारी बीमारी सर दर्द सब Я хочу обрести пыль в Раджу. Что кое брэдж мэ ай, кэдэна радхэ, тэри чарна ки, брэджа дхул жо мили жай. Что атай дхул ко прартна кэрте. Агра хамари кое бипати ай жай, на мэйя кья кэрте. Чтобы не приходил, все обрести пыль в Раджу. Когда бы Кришна не находился в опасности, мама еще до сих пор стоят ему тилоки с помощью этой пыли. जितने कीचड़ था ना यहाँ ब्रजरज का कीचड़, जितने गोबर गोपुत्र था कृष्ण सारा शरीर में पोत दिया। Итак, даже после могилы Кришна прославляет эту пыль, нося ее на свое тело, в тело. Однажды мама Яшода не могла найти Кришну Баларама. Она нашла их здесь, когда они наносили пыль, Раджа на свои тела. Мама еще раз спросила, вы что, были сынешками в своем сражении? ये बराबर स्वर का बता रहे हैं, इसलिए भगवान स्वयं как же мама знает, что я был варахой, где прям просто в одной просто воплощении. Своем гайя бен करके बने तो ब्रज रज को खाया है. Потому что варха это форма борова. Вчера бен गए. गैया बन करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने घास को खाया ना. Когда Брама украл телят, то что бен गए थे. और उसने सब стал телят и коровами. ब्रज रज का जो सुगंध अंदर में जाएगा. तो गैया बछड़े बन करके उन्होंने ये ब्रज रज का रोग телят Кришна пас здесь и принимал эту пыль, когда वो पी पद रेणु ये रेणु मेके चिलो नंद बेटार कानू यदि दुला दुनी रहे ये ब्रज का दुख है, इसलिए कहते हैं बाली चलू चले बाली चलू चले नंद बड़ा कनाई. На самом деле это не просто земля, это рена, это именно пыль со стоп гопи. Это пыль со стоп раджаваси, который Кришна сам наносит на свое тело. राधा गोविंद की सब लोग भूमि को प्रेम करिए, समझने से यहाँ गोविंद का घर बनाएगा।